Всем привет! Я хочу показать мои новые приобретения. Они касаются в основном заточки. Я вот вчера получил, значит, посылку с Китая. Это все куплено на AliExpress. Там появился новый магазин. Как я понимаю, это представитель завода. То ли представитель, то ли непосредственно сам завод открыл там магазин. И этот завод занимается тем, что производит различный инструмент с алмазным напылением. Это и камни, и точилки, разные приспособления, гаджеты, буры, граверы. И вот не получилось снять распаковку, потому что я был на работе, станки шумели. И вот я не выдержал, распечатал, но зато я попробовал, немножко поточил, потестировал. И сейчас я вот покажу, дам ссылки на этот магазин. Сразу скажу, что сейчас у магазина как бы действуют скидки, цены достаточно демократичные, потому что магазин новый, он набирает клиентуру, как бы сейчас раскручивается. Дальше, я думаю, все это дело будет дороже. Начну я, наверное, с мелочей и потихоньку перейду к более крупным штучкам. Значит, искал я вообще себе такой маленький брелочек типа точилки, потому что хотел всегда с собой носить что-то, чтобы я мог править ножик как-нибудь на природе, где-нибудь, что-нибудь. Ну вот нашел такую штучку. Эта вещь стоила 99 рублей. Толщина около миллиметра. Здесь можно править и крючки, и нож, как бы, ну, такой небольшой брелочек. Я таких купил две штуки. Вот. И одну штуку мне, как бы, магазин, видимо, подарил, потому что я купил много всяких вещей, как бы такой взгривчик. Этим я уже чуть попользовался, хорошо так ногти стачивает. Нож, правда, не точил. Грубовато здесь гридность, где-то, наверное, где-то 300 грид, как бы такой чуть грубенький камень, но, в принципе, нормальный. Такой вот брелочек. Значит, следующий прикол, гаджет, как его назвать, тоже такой походный вариант, скажем так, точилки. Сразу вот хочу обратить внимание на то, что все эти вот, сейчас я камеру чуть отпущу, вот, сразу хочу показать, что все эти вот наименования товаров, скажем так, они упакованы в индивидуальные коробки, в пакетики, как бы в индивидуальной упаковке. Ну, это говорит о том, что как бы фирма или магазин или завод как бы все это дело хорошо упаковывает, относится серьезно к своей продукции. И вот следующий приборчик, приспособленница, это у нас двухсторонний камень. Здесь у нас очень гладкий керамический брусок для доводки, а с этой стороны у нас алмазное напыление, пластинка толщиной где-то в миллиметр, может чуть больше, миллиметр и два, с алмазным напылением. Здесь тоже где-то 300-400, ну, от 250 до 400 грит, то есть такой достаточно грубый. И таким камнем, я думаю, очень легко можно поточить даже не фиксит, а какой-нибудь карманный ножичек. Все будет выглядеть аккуратно. Здесь у нас очень напоминает 2-3-тысячные как бы камни по гридности. Очень такой мелкий камень. Я чуть так побаловался, особо не точил, но видны следы. Я здесь чуть поводил ножом, как бы оставляет след, значит, снимает. Царапает хорошо. Единственное, здесь нету отверстия, чтобы можно было повесить куда-то. Но придется сшить, наверное, какой-нибудь кожаный чехольчик. Или в рюкзачок, сумочку кинуть, прямо вот в этой индивидуальной упаковочке. Вещь, на мой взгляд, интересная. Размер, наверное, сразу тоже покажу. Достану мою модную линейку. Потому что размер здесь уже имеет значение. Вот так вот, порядка 7,5 сантиметров в длину, и ширина у нас 2,5 сантиметра. Толщина у нас этой точилки где-то 7-8 миллиметров. Ну, размер вполне компактный, с собой носить можно. Мне очень понравился, я бы даже, может быть, две штучки взял. Это все брал и пробно, как бы смотрел, и вот сейчас показываю и вам тоже. Помимо всего прочего, на этом сайте, скажем так, в этом магазине и у этого производителя есть много и дополнительных, как бы не прямо относящихся к инструментам таких штучек, гаджетов. Это вот, например, у нас
сделано для женщин. Я вот не обошел стороной как бы этот момент тоже, и второй половине своей взял вот такую вот скоблилку пяток, точилку для ухода за пятками, ногами, огрубевшей кожей. Здесь она вся абсолютно покрыта алмазной крошкой. Здесь у нас еще и сделана какая-то насечка, достаточно так все сделано грубо, интересно, но снимать, я думаю, будет хорошо. Сама пыль, вот эта вот крошка алмазная, здесь чуть помягче, здесь как-то выглядит это грубее, но такая вот достаточно грубая, 150, 180, 200 грит, но снимать будет кожу, я думаю, хорошо, то есть можно будет как бы смело пользоваться. И предполагаю, что если пользоваться по назначению этой штучкой, она хватит до конца жизни. Потому что алмаз очень крепкий материал. Он камень легко, вернее, металл легко снимает, как бы, и хватает его надолго. А с кожей, я думаю, здесь история будет очень долгая. Так, ну, следующий пакетик у нас здесь. Вот видите, три камня. Уже многие, наверное, узнали, кто пользовался точилками фирмы Apex. Это у нас брусочки для Apex. На AliExpress много магазинов делают и предлагают камни для точилки Apex, но я как бы не обращал на это внимания, потому что часто в отзывах очень многие покупатели жаловались на то, что качество не самое лучшее. Короче говоря, здесь у нас и кривые бруски попадались, и как бы вертушка, то есть скручена, но больше жалоб, наверное, было. Те, кто более-менее разбирается в заточке, понимают, насколько важно, чтобы брусочек был очень ровный. Здесь же я в этом магазине нарвался вот на такие бруски. Они были двух типов. Здесь у нас желтые, если вы видите. Это у нас, значит, титановое напыление, покрытие, которое, по идее, должно увеличить срок службы эксплуатации этих камней. В принципе, сами алмазы, они долго служат, но с титаном я решил так немного переплатить, там рублей 100-150, может быть, чуть меньше, чуть больше за алмазное напыление. Данный комплект стоил около, что-то около 800-850 рублей, так приблизительно говорю, но ссылочки будут. И здесь у нас сзади есть маркировочка тоже на каждом из камней, это у нас 1000 грит. Это у нас 600 грит, и это у нас, по-моему, 240 грит. Вот так вот покажу. Здесь маркировка, все как положено. И самое главное, что здесь эти бруски идеально ровные. Очень мне понравилось это качество. Приложу вот к линейке. Я вот смотрел на просвет, как бы, ну, очень ровные, очень качественные брусочки. И здесь можно смело пользоваться, точить. Все будет четко. Вот. В плане качества продукции я вот проверял и уже точил на другом камне, который я чуть попозже покажу. Здесь у нас нету никаких вкраплений, то есть здесь пыль, она по ощущениям, вот как заявлено, например, 1000 грит, здесь вот везде одинаковая крошка, то есть нету никаких более грубых камушков, которые приклеились, как бы все равномерно, нету лысых мест, но сделано все так, на первый взгляд, очень хорошо, но эксплуатация, конечно, покажет. Пока вот все мне это дело нравится, поэксплуатируем. Если будешь что добавить, может быть, еще видео сниму, расскажу. Если буду в восторге, однозначно сниму и покажу. Вот. Здесь, опять-таки, нету никаких выступающих острых кусочков. Все ровно, все сделано аккуратно. Единственное, что мне не очень нравится, что здесь брусочек у нас утоплен практически полностью в пластмасс, и по жесткости, если сильно так давить, ну не сильно, так средней нагрузкой давить, чуть-чуть все-таки у нас вот эта вот планка, она чуть-чуть прогибается. Хотелось бы, чтобы она была вот такая вот жесткая, чтобы можно было смело давить, смело снимать. Но в принципе пока все нормально, мне нравится. Следующий аппарат. Почему аппарат? Потому что он весит больше килограмма, наверное, кило 200, кило 400, даже, может быть, полтора килограмма. Я его сразу запихнул в пакетик. Здесь у меня пакет от другой посылки, но по размеру все подошло. Вот такой вот большой брусок. Это у нас, значит, алмазный камень. Он у нас полностью металлический, и он двухсторонний. Здесь у нас есть надпись с одной стороны 400 грит. С другой стороны у нас 1000 грит.
Я уже помучил этот камень, поточил пару рабочих ножей. Опыта мне, честно скажу, точить на камнях нету вообще. Как бы я взял это дело, потому что я давно хочу уже научиться точить и портить, покупать дорогие камни. То времени, то денег, то еще что-то, как бы не получалось купить дорогие камушки. Вот. А вот этот алмаз, он должен хватить надолго, тем более я хочу вот начать учиться, наверное, на кухонниках, каких-то дешевых ножах. И дальше больше мы перейдем потихоньку на более дорогие камни. И вот здесь у нас, значит, сделано все это дело очень так красиво. Здесь у нас новая версия, как заявлено в магазине. Старая версия была без логотипа, просто напыление. И здесь я вот, я же говорю, что точил, и точит все хорошо. Брусок большой, удобный. Вес у него очень-очень такой приличный. Толщина тоже, это цельнометаллический, ничего не склеено. И сделано все это дело очень качественно, мне понравилось. Также все здесь ровно, гридность по ощущениям, она не выбивается. То есть, как заявлено, везде вот гридность одинаковая, нет никаких вкраплений, ничего. Ну, на первый взгляд, вот мне этот завод, производитель этих вот всех алмазов очень нравится. И из-за этого я решил все-таки снять, чтобы вы успели на скидку, может быть, кто-то, может, искал. И вот я тоже чисто случайно нарвался, искал вот, я же говорю, вот такую вот штучечку, чтобы носить ее с собой. И в итоге вот кучу покупок сделал. И последняя коробка, последняя моя покупка вот у магазина. Там, значит, я себе купил. Цена тоже была очень такая дешевая. Относительно, скажем так, здесь у нас 3000 и 8000 грид, это у нас, значит, камень для заточки ножей. Цена была что-то около 1600 рублей, с учетом курса рубля, наверное, это в долларах вообще копейки. И скидка была то ли 50, то ли 70%. И вот у нас такая подставочка, вот такой вот камень. Здесь я чуть так поводил, особо не точил. Буду учиться точить. Камень у нас тоже, он имеет однородную структуру. Я так даже не знаю, о чем рассказывать, потому что я никогда и не пользовался камнями, их не покупал, как бы только вот 50-рублевые дешевые камушки для заточки кухонников. А теперь вот решил начать пользоваться. Ну, с дешевого варианта, в принципе, китайские камни тоже хорошо точат. Это проверено на моем китайском Апексе. Я все свои ножи точу на нем. И вот решил потихоньку учиться уже точить и вручную. Нету трещин, нету сколов, проклеено все хорошо. Грани все ровные. Здесь вот в одном месте маленькая царапинка была. Я не знаю, вот при шлифовке, наверное, или как она появилась. А в остальном все здесь четко. На первый взгляд выглядит все нормально, а вот на что обращать внимание, я даже не представляю, пока из этого вот просто так показываю. Теперь по размерам тоже покажу эти оба бруска, их размеры. Этот камень у нас 18 сантиметров в длину, ширина у нас 6 сантиметров, толщина у нас 3 сантиметра. Нормальный полноразмерный брусок, можно, в принципе, нормально точить, я думаю. И большой этот алмазный брусочек, он у нас еще больше, чем тот. Длина у нас здесь 22 миллиметра, ширина 7 сантиметров, вернее, длина не 22 миллиметра, 20 сантиметров и 22 сантиметра, вот 22 сантиметра. Здесь у нас ширина 7 сантиметров и толщина бруска у нас где-то 7-8, даже 8 миллиметров. Очень тяжелый и стоит хорошо. Если просто даже снизу кинуть тряпочку, он уже никуда не скользит. Свой вес у него такой приличный. Так что вот такие вот приобретения. Ссылки сразу же под видео в описании я добавлю. Можете заглянуть, посмотреть, кому что нравится, кому что надо. Мне кажется, вот эти вот брусочки маленькие, компактные, никогда лишними не будут. Можно купить и закинуть как бы в шкафчик, в рюкзачок, в сумочку.
прикольные штучки. Про эти брелки вообще молчу. Рыбаки, это сделано для вас. Можно подправить рыбацкий ножик. Охота, рыбалка. Здесь канавка для крючка. Много таких гаджетов другого типа есть, которые в основном круглые. Как бы можно чуть подправить ножик и крючочек проточить. А здесь у нас, в принципе, можно и побольше. И фиксиды как-то вот поточить, попробовать. Но перед заточками мажем масло, смазываем, чтобы стружка не залипала, не забивала поры. Вот так вот. Короче, вот такие вот гаджеты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то будет полезно, кому-то поможет это видео. Всем удачи, всем пока.